Завтра встанешь, трэш, я отойду. Йо. Сейчас второго сагрить. Да не должны. Самолете. К ДД или в танке? ДД оставайся. Чек на АФК.
Ждем танков. Тут я тут, прошу прощения. Че, я на боссе? Да, ты на боссе, два медведя на трэше, но они АФКшат, ждем их. Лапу по рейду обновите. Еще раз чек на АФК. Один на боссе. Так, пиво на боссе. Вот твой правый трэш, Андонидас, твой левый трэш. Бля, не включать только бесу на трэше попрат. Пол по отсчету. Лабласт. Да и кто-нибудь сопротивляется, когда переведу. Сотка, 3 секунды. Сталю, да? Норси, подними кого-то. Сотка склона. Переводи. Вот. ПР танка. А что, Антонида сдержал или что? Да. Ну, видимо, да. Кенджи, поднимай Фарада. Луцин, поднимай Халло. Как рут дал. Очень сильно сутреш свичнитесь, иначе вайп. А. Забили на босса. И ходим, и выйдем. Ёбаный, Антонидас, ты в Дисе, нет? Так это ты можешь убирать.
Он Берсо прожил, да? Я не знаю, где это посмотреть. Details где-то есть это? Нет. Ну, как можно сорвать босса? Без Берсы? Ну, для чего я объяснял тебе в прошлом или позапрошлом РТ? Ты берешь два моба, набираешь на них агро в сторонке. У тебя рейндж вот этого взмаха от Т5, он не 1000 метров, километров, блядь. Он 10 метров или 8. Ты ебани этих двух мобов два раза увечим и подводи уже потом к ебаному боссу. Ты рано подводишь, поэтому ты срываешь этой хуетой. Блядь, ебаный рот. Вот рассказываешь тебе, ты не запоминаешь. Мы вайпаемся из-за этого, из-за того, что ты срываешь. А кто сорвал-то? Медведь сорвал босс. Если ты сорвал, то ты перейди. Моба бейте, танкуйте, что вы делаете? Пусть похилят, я потанчу. ДД Трини, блять, забудь вообще нахуй. Они пиздец, какие ДД Трини? Чек на пол. Ты чё? Жди, пожалуйста, сейчас подбью разбав. Сейчас поем. Нужно больше агро. Всё. Не нужна мне твоя голда, просто возьми, блядь. Ещё раз чек на пол. Играй аккуратнее, будет все хорошо. Переводи. Да, ребят, попросили же стоп побор вычисли. Выйдем, я. Короче, да, выйдем. Выбейте нахуй ГП и все, блядь. Бля, ну в смысле, я кидаю лужу, он я только знаю, идет... в чем проблема, да, я уже я все да? понял. Все, не-не-то, успокойтесь, я понял, в чем проблема. Сейчас надо просто нормально людям объяснить. Все разбойники и ханты плюс в рейд. Вы тут? Че, ты хочешь сказать, сейчас насчет напо, я наплю. На каску ты напуливаешь, да? Да, бафовую каску, на пиво. Вот, все разбойники остальные, вы тут? Я сейчас видел на пул от всех разбойников, на кроме суеты, на Войда. Какого хуя? У вас что, макрос на таргет-таргет или что? Или мы не умеем как-то по-другому это делать? Открываем Google и находим макрос, который даст на пул по человеку, которого ник вы введете в макро. От колосса отойдите. Все на пульщики. Айзик, суета, андедворм. Открываем интернет, ищем макрос нужный. Хуярим туда ник, бафую каску. И даем на пул.
Суть, да, я видел твой напул на бафе, каску, у тебя нормально. Вот, скинь этим разбойникам этот напул. Сейчас слушайте внимательно, когда вам надо дать напул. На бафу и каску. Напул вы даете на бафу и каску и бьете при этом босса. Агро, которое вы получаете при этом, передается бафу и каску. Бафу и каску танчит босса. Чтобы не было такой беготни босса по рейду. Бафы обновляйте. Лапу, стамину, чек на пул. Исправляйте эту хуйню я со своей. Я не знаю, почему вы гонитесь прям за ДПСом, на 2-3 секунды вы спокойно можете стопнуть свой, блядь, дамаг нахуй. Не там на пулы полетели, не в того, народ. Понимаешь? А то, что босс полетел, это этот, блядь. Не, Войт, я видел по твоему стриму, блядь, он далеко убегает, и когда босс появляется, он, блядь, он не достает щитом ударит и пятым, поэтому он и бегает, блядь. Я кидаю лужу. Он идет на меня, но я не успеваю дать щит, потому что уже его бьют. Потому что ты далеко, блядь, отходишь от него, кого переводишь. Через 20 секунд Гера откатится. Как у всех спадет, да что, сразу? Прибежали все на фазу, цопнули дамаг. Добить 5 секунд. Переводи. Стопнули дамаг. Перебежали. Шторм, есть БР? Парада. Дарк, расход. Трэш убейте. Очень быстро убейте. Сотка через 5 секунд. Стопнули дамаг, переводи. Что, на месте?
Переведешь, и мы мобов в сторонке поддержим и добьете босса. Сейчас не подводим. Не надо ничего переводить. Ну смотрите, сам поддержим. Дал половину. На Эртру вот это нормальное, да? Да, топовое. Фарад там на работу уезжает, сказал. Шармовый можно. Он парол и выиграл на офспек. Офспек теперь паролу отдает. Офспек всегда паролу был. Исключение это магия, Локи, Робби, Ханты. Да не, вроде раньше по приоритету. Типа кого больше спекают, раздавали. Вообще-то всегда было паролу. Как ты видишь, шторм постоянно ходит и хилит. Я вообще не за это говорю. Короче, всегда было по роллу. Просто по роллу, без каких-либо приоритетов. Инференти, ты уходишь, да? Кирс, промоут дал, бери своего бая, сам тоже в рейд заходи. Тапки БВЕшные, танка. Кто с роли? Сейчас соберите весь трэш сюда. Дороги. Шмель, шмель, шмель. Thank you.
Трэш идет на хила. Заберите. Кто у нас там будет бегунок по этим штукам? Два варлока, Долорес и Даркис. Войд, распределяй метки. Хотя бы хилов. Хилов раскидай хотя бы. Вон на ней стоят метки на хилах. Уже все есть. Метка соответствует 3D метке над вашей головой. Я, кстати, советую. Серега, что, босса таунтить или не таунтить на первой фазе? На первой нет. Пускай бегает. Пиво, делай, как ты делаешь. Милики поймут, что так лучше. Чек на пол. Не в сову, да? Да, в танках у нас он, да, не досупило. Можно вкратце описать, что мельком делается, то я боюсь сейчас рейд вайпнуть. Смотришь на метку, где не хватает меликов, даешь в нее, соответственно, вниз спускаешься только когда появляется зеленый элементал. Убиваешь его, если удалось полутать с него сферу, перекидываешь ее кому-то из локов Делорусу или Даркису. Понял.
Еще раз чек на пол. В смысле, в ДД акулу кидать? Да. А, ну все, окей. За ним нажми, пожалуйста, там. Серег, мне на трэш? Да, гвардейцы танчи. Чипсы, ты что, потерял? Чипсы, в звезду перебеги и хиль здесь людей. Поставил же на вас метку. Луна зеленая. Они досагрили на себя странников хоть чем-то. Ты кашки акулы кидать, отслеживать это. Надо его очень быстро убить, и он не бьется нихуя под текстур. ДДшки активнее по странникам. Луна зеленая. Треугольник зеленый. Еще странник, и гвардеец живой. Иди, сейчас второго заберу. Гвардеец, да. Зеленая звезда. Никого нет вообще. Войд, подними азика. Блять, я на звезду бегу. Норси, поднимай Луцина. Да я сам стану. На мне камень будет. Вы, ты идите. Попал. Положу.
Через Атязик, да? Да, да. Вставай. Зеленая звезда там же. Милик, отойдите, пожалуйста, от гвардейцев. Да, может... Гвардейцы, помогите, их уже два. А, зеленая звезда. Элементаля добейте, которая здесь. Печеньки. Открыл. Фаз. Высокого. По внешний круг босса выводите. Второй танк выходит и таунчит на внешний круг. РДД по сверху с параскаты летают, убиваем. РДД по скатам не играют. Я с зарядом подошел. Скат. Да я скажу, когда. Скатов убейте. Занимайся на второй фазе. Разве не на лук? Давай, Bloodlust, добиваем босса. Вага, на второй фазе вы просто там или на лужах? Ну, если лужи есть в мелизоне, то...
Слушай, она на РДД идет, вот эта триня? Да, идет. Что за хуйня, а не триня? Кто тут берет на РДД эту херовую триню? Она работает, имеется в виду. То, что она будет даст тебе дохуя ДПС, это не... Даст? Не даст? Не факт, что даст. Ну, возьми... Да возьми, попробуй просто, да и все, что ты. Она нахуй никому не нужна, по идее. Не знаю, как пойдет, но особо не знаю. Да есть получше три. Но если у тебя нет выбора, можешь попробовать. Ну, попробуй. Это 800 кп. Не, у меня сразу успех. На кота, может, или на медведя нормально будет, хуй. На кота. Чё, дайте порт. А у тебя же нормальные тринки, чешуя вон есть, чешка, да и это, ясно есть. Там сегодня всё? Войд, у тебя есть такая триня, нельзя её тебе передать. Ну ладно. Войд, вага, чё, всё? Нет, конечно. Перекур 5 минут и летим в РСХМ. Быстренько. Редвар, чё, как тебе сплетение на ханта зашло? Бисово или ханта, Эдвард? Учитывая, что у ханта, блядь, АОЕ особо не дохуя. Сколько он тебе должен, Кирс? На боссе, нормально на АОЕ. 30 или 35, я не 35 помню. 35 он дал. Вот 35. Короче, чтобы ты понимал, с яйца на сплетение поменял где-то 1-2к ДПС вырос. Хорош. А ханты сейчас в Т5 в любом спеке физухой бьют, да?